На самом деле, вот это вот две системы, наш национализм и Бендеры, да, и когда все это началось, у нас было желание их поддержать. Потому что вот такое безобразие происходило, все эти митинги и так далее, было желание их поддержать. Но потом, когда разобрались, это получается такая подстава. То есть это два разных национализма абсолютно. Там-то фашизм. И надо разделять эти понятия. А наши не хотят думать об этом, они не разделяют эти понятия. Им кажется, национализм — это фашизм. Нет, это разные слова, как минимум. И почитайте словарь, в конце концов, политический. Почитайте, что это разные слова. Фашизм, еще и шовинизм. Там масса понятий, правильно есть? Неофашизм. Это все отличается. И поэтому, если люди придумывали терминологию в свое время, значит, есть различия между движениями. И вот в этом-то и фишка, что там фашизм, а не национализм. Это прикрытие, понимаете? Поэтому не сразу все разобрались, якобы начали сначала их даже, я бы так тоже симпатизировала сначала, ну, а люди хотят свободы и так далее. Когда я потом посмотрела, как они прыгают, москалей убей, там, москаля, я поняла, что они чокнутые. Чокнутые, понимаете? У нас не прыгают, убей там кого-то на митингах, в конце концов. Наши выступают, да, против засилия сюда и чужеродной культуры. Я считаю, что это ненормально. Не надо здесь винегрет устраивать на нашей территории. У каждой есть своя территория. Человек как где родился, там и сгодился. Я себя прекрасно чувствую в своей территории. Я знаю, что здесь делать. И я никогда не поеду в Азию. И никогда даже на Запад не поеду. Я буду здесь. Меня будут добивать здесь. Понимаете?